Привет, я Иван, и вы на канале Маэстро Барбекю. Сегодня пожарим офигенные перепелочки. Сначала сделаю маринад. На улице холодно, поэтому в первую очередь режу зелень, иначе она просто замерзнет. С лука срезаю вот эти вот белые штуки, оставляю только вот зеленое. У меня еще есть кинза. Крышки убираю, оставляю только вершки. И теперь мелко-мелко нарезаю зелень. Ай, мороз такой стоит. А тут зеленью пахнет. Сейчас еще овощей. Далее солнышко. Ну, солнышко, кстати, есть. Зелень измельчите как можно мельче. Порежьте как можно мельче. Собираю зелень, отправляю в миску. Беру гвоздичку. Такие вот соцветия. У меня их тут штук 7-8. И хорошо размалываю. Готово. Отправляю к зелени. Теперь сюда добавляю мускатный орех. Имбирь. Гранулированный чеснок. И сахар. Дальше добавляем жидкие ингредиенты. Это рыбный соус. Примерно 50 мл. Соус терияки, который уже замерз. О, слышал, опять палец хлопнул. Еще 50 миллилитров. Теперь беру сидр и добавляю сюда сидр. Ложку-то я забыл. Сейчас за ложку схожу. Ложка. И хорошо все перемешиваю. А теперь беру соус и поливаю перепелок. И теперь хорошо их обмазываю соусом. Не забываю сделать так, чтобы соус попал внутрь, хорошо все промариновал. Перепелки мелкая птичка, очень шебутная. Когда у меня была ферма, заходишь в перепелядник, там такое вошканье такое, они бегают, прыгают, ну, довольно-таки забавно. Убираю в тепло, мариноваться на 3 часа. Перепелок пока выносить не буду, чтобы она не замерзли. Ведь стартер будет разжигаться 15 минут. 15 минут, потому что нам нужно 2 трети стартера брикетов. Можно один кубик, но чтобы быстрее было, я буду использовать 2 кубика. Кладу на нижнюю решетку. Зажигаю. Накрываю стартером. Скоба вне гриля. Задвижки полностью открыты. Ждем 15 минут и начинаем готовить перепелок. Беру разделителя. Ставлю на середину. И сыплю вот в эту точку. Таким образом брикеты и стартеры равномерно распределятся. Устанавливаю решетку. Накрываю крышкой. 10 минут для того, чтобы решетка вся прогрелась, я ее почищу щеткой, протру салфеткой и будем выкладывать перепелок. Время очистить решетку. Сейчас очень холодно, поэтому чистил решетку, закрыл крышку, пусть 2 минуты постоит, погреется. Пока возьму салфеточку, чтобы контрольно почистить решетку от всяких мелких соринок. И главное, почистить от возможных отломанных щетинок от щетки. А вот теперь беру замечательных перепелочек. Так вот выкладываю. Кладу спиной вниз. Грудью к огню. Хватит на 3 места еще? Я думаю, смело вообще. А я тоже на это надеюсь, Лех. Отлично.
Температура 140, минут на 50 на час. Термометр вам в помощь. Готовая перепелка от 72 градусов. Дальше ищите свою вкусную прожарку. Как вам больше нравится. А, еще. Каждые 10 минут я буду поворачивать верхний воздухорегулятор. Для того, чтобы они все равномерно пропеклись. Ну и надо же, конечно, сделать вкусный соус. Вкусные перепелки нужно оттенить чем-нибудь молочным. В общем, берем огурец. Кстати, огурец мне под... огурцы. 4 банки огурцов мне подарил Леха Морозов. Леха Морозов, тебе большой привет. Это подписчик, который помог мне с индейкой. Вот индейку большую снимали, вот он мне и помог. Огурцы, Лех, потрясающие. Твой рецепт просто безумный. Кстати, в чате ты его выкладывал. В общем, беру огурец. На миленькой терочке натираю. Хочешь ли огурчик попробовать? Хочу. А у меня всего 4 банки, не дам. Тебе полугурца и мне полугурца. Забирай. Совершенно точно заходил с рюмочку. Огурцы просто идеально. Вот этот сок, его нужно отжать и вылить. Невероятные огурцы. У меня тут кинза, петрушка и зеленый базилик. Отправляю к огурцам. Чеснок. Я, кстати, его перестал очищать. Мне жена показала лайфхак, что чеснок можно не очищать, а прямо вот так засунуть в чеснокодавилку. И все выдавливается. А потом он легко достается вот из этой чашечки за счет шкурки. Лайфхак, лайфхак. Теперь сюда черный перчик. Йогурт не сладкий. Заливаю йогурт. Хорошо. Это отличный соус для шаурмы, да? Не, шаурма рядом не стояла. Все перемешал. Отношу в тепло, пусть настаивается. Ах, какие хорошенькие. Закрываю и поворачиваю. Им еще 15 минут. Сейчас тут приберусь, вытру, принесу тарелку, соус переложу в другую миску и будем пробовать. Снимаем. Ах, какие красавцы. Так вот, аккуратненько. Там внутри сока у них. Они жирненькие, я брал на рынке их, они прям такие, как надо. Это вообще какая-то раскривушка. Финальный аккорд, да? Да, финальная. Все в обойме. О, все, на месте. И теперь, внимание, на улице очень холодно. У нас сейчас минус 11. Поэтому я не могу дать так отдохнуть. Беру фольгу. И оставляю так под фольгой на 15 минут. Надо собак, кстати, закрыть, чтобы не сожрали. Время пробовать. Вы можете мне рассказывать про вилку и про нож, но по факту это дичь. Ай, смотрите, мясо все разваливается. Еще горячее. Так вот, соус. Ой, блин, Леха, как это вкусно. Как готовил, будет внизу. Мы концовку записываем уже 5-й раз. Мне настолько вкусно, хочется с комфортом сесть за стол, все это съесть, накормить семью. Это совершенно точно подходит для меня, для детей, для кого угодно. А еще мясо перепелок насыщено белком. И вы не сможете съесть 10 перепелок. Ну, взрослый мужик съест, ну, 3-4 максимум. В общем, пишите лайки, ставьте комментарии. Всем пока.